Тут за бабки не играют, дядь, тут играют обычные ребята. Нифига тут фрейсбенд гейминг. Нифига тут фрейсбенд гейминг. Я сам смотрю на свои слоты, мне тоже вырывает бенд гейминг. Смотрите. Я обернулась, и все так закупились. Вокер квасовый будет. Квас вокер. Так, тут пойди Рики стоит, да? Нет, хитбокс нет. Найс. А, нет, стоит Блочис герой. Блочис, Блочис. Рики тут. Все, найс. Найс. Тут энвокер нестандартный будет. Я не играю сейчас стандартного энвокера. Я сейчас стараюсь постоянно играть нестандарт в активе. Такой вокер намного интереснее. В активе прям что-то мне очень понравилось. В активе прям пушка. Что за пауза? Гоу! Алехандро, Алехандро. Так, конечно, тяжело ни одного крипа не добить. Так, конечно, такое себе. Ну, тут третий левел есть уже. Немножко проапаемся. Сильно тяжеловато будет. Next Vex взять просто и все. Нападает сразу же. Агрессию ныряешь все. Саквилла вообще пофиг на него будет. Хорош. Все своим чередом. Она blood of the highborn. Засыпаешь, поэтому крипа не можешь добить. Да. Пофиг, дядь. Я сказал, пару флос играю. Пойдет, не пойдет. Все равно. Син уже свое преимущество теряет. Эх, не добью. Крипом дамага. Крипом дамага поделилась. Он еще двойкой задоджил. Таргет сбил, одну тычку поддоджил. Не, он не задоджил тычку, но задоджил мув на меня. Это печально. То есть я сбил себе таргет. Переоценил свои возможности. Хорошо. Немножко камбэкнули. Курс кларики на топ несу. Ты МХ. А чё лакрить не дался? В смысле, я ж с алакрити бил его. Ты чё? Или я не дал алакрити? По-моему, дал же алакрити. Дал же вроде алакрити.
Да чё ты до меня доковырялся, лох, на крипе. Видал, чё крип делает? Жесть. На топе суета какая-то. Не дал? Серьезно? Ну, значит, уже все, надо заканчивать стрим. Я думал, я дал себе Алакрити. Я вроде с Алакрити бил его. Беги, беги, беги. Найс. Вроде с Алакрити дрался, дядь. Ну, я, походу, дядь, уже втухаю просто. Сорян. Сорян. Надо отдыхать идти. Ну, я ж не вечный тоже. Считай, столько времени на стриме. В чате почитать все. Легкий фраг был. Тупо легкий фраг. Дядь, это инвокер будет такой, которого вы никогда не собираете. Но этот инвокер максимально рабочий. Я просто прикайфовал с ним, я вам говорю. Это вокер, который прям, ну, разрывает. Так, под тэшку пойдешь? Нет? Хочешь? Надо дофармить. Я не хочу без урны. Пойдем, добьем. Пойдем, добьем. Без Мидаса. Без Мидаса, вокер. Че там? Че там драка? СС, пацаны. Это если что, там к вам уже выехали. Кура есть. Ре, куру, снайп. Гаси, ты чё? Шо, Дота второе имя, дядь? Сэмка в мое это. Сэмка в мой этот план не входила. Жесть, как горло меня душит, даже не представляете. Ладно, это фора будет. Спасибо, Игорь, позднее засилие недавно. Тебя смотреть, но уже. Спасибо, дядь. Да ладно тебе, чё ты. Мне-то за что спасибо. Мне-то за что спасибо, друг. Мне это вообще не за что. Пиши, дядь. Хорош.
Ну, стана нет, да? Плохо. Я урну дал. Че, пойдем Ксина тушить? В себя поверил. Как на Ксине. Так, у кого-то тоже урна. Вот Тускар. Дядь, продай урну, пожалуйста. Это руин будет, если он будет с урной бегать. И не души. И там чел на Ксине в миду тушится. Дядь, отдыхай. Отдыхай, дядь. Регу забираем. Ксин сюда полетит по-любому. Или нет? Что там? Вард. Понял, брат? Понял. Ксин сюда идет, если что. Он в меня будет прыгать. Тут в меня будет заруба. Да жесть, на ласхиты просто промахи. Что это? Я не понимаю. Не стал на него ничего нажимать, все равно отдоджит. Доджит. Подбайтят, я нажму кнопки. Блин, у меня проблема, мне урны не даются. Промах. Да я твою жопу драл. Какого черта? Промах, прикинь, вылетает. Мне урны нужны, чел на Тускаре. Урну забрал и все, я не могу. Алло. Урну продай. Пожалуйста. Он руинит своей урной, вообще жесть как. Ему не нужна урна, мне нужна урна. Он ее не юзает. Я буду более активно юзать ее, чувак. Герой Мансит. Так, есть урна, заполнилась. Можно идти. Гоу туда. Ульт снипа почему не сработал? Я не знаю, дядь. Я ж, мне ж почем знать. Я ж почем знать. Ух ты, ничего себе, дядь. Блин, еще и спека. Да что ж ты будешь делать? Жесть какая, суета. Столько челов. Все это под тэшкой. Так неприятно, конечно. Пойдем.
Ну, чел чисто докушать прибегает. Докушать прибегает чел. Если вместе боевых дедов будет фаржи, а там... Нет, ну это уже не то, дядь. Это же не тот контент. Это не тот. Это уже не тот контент. 113-й герой, помнишь? Вот. То же самое. Печально. Ну ладно. Да, Саша там пишет, соснул. Забавно пишет. Ну сейчас тэшку доломаю, аганима чуть-чуть и пойду помогать. Чуть-чуть пацанам нужно рассредоточиться. $700 золота гоним. Уже сейчас будет. Накси не задрот, это нагинг. Это нагинг. Это нагинг, дядь. Я следующий сдох. Под кораблем. Без варианта. Блин, этот кунка вообще жесть, конечно. Квест кинул ему. Ну, они там с кункой сыграются, будет тяжело их выигрывать. Потому что у меня фидер на четвертом слоте, парень по лайту играет. Будет немножко тяжело. Я не хочу потеть здесь. Зачем они заходят, я не понимаю. Я играю именно сейчас вообще в лютый лайт. И я не хочу потеть, вообще не хочу кнопки жать. Я хотел просто АФКшно поплеить. По рофлу. Серьезно. Они заходят, вот именно ночью они заходят зачем-то, я не понимаю зачем. Я реально не хочу потеть. Тупо впадлу. Тупо впадлу. И тут фарма много.
16 левел, нормально. Так, дядь, дай мне аганим сделать. Ясно. Ну, за мной говно бежит. Причем не снайпер, а именно меня убить. Жесть. Ну, не дают аганим сделать. Печально. Жесть. Ну, такое себе. Да, Рики заставит мне один слот выкинуть, потому что придется гем носить. Чё, когда там будет у меня уже слот? Не знаю. Мне кажется, я Ксина уже не, вы... не, это, не вынесу ничего. Там очень высокий левел. Нафидели. Просто нереально. Без вариантов, мне кажется, будет там что-то делать. Мне надо добить вот этих крипов. Есть аганим уже. Хорошо. А, жесть. Дядь, беги. Кайтите. Печально. Блин, у него ДДшка еще там, да серьезно. Че, Рики с инвизом бегает. Мне тут надо кайтить. Я тут ничего не сделаю. Акторины там. Дики. Стой, куда ты побежал? Рикимару, конечно, такой крысенок. Безвижно будет бегать. Но он... Типа, понимаешь, тут в чем прикол? Заходит чел с другого стрима, на победку играет. Ну, типа, это просто будет неинтересная игра. Если хотят ребята контента, то, пожалуйста, надо тогда убирать. Вот здесь, потому что у них нету такого игрока, который просто идет вот так вот и фидит, понимаешь? Тогда немножко по-другому надо играть. Если уж на то пошло. У нас и так состав намного слабее, чем там. Типа, а тут еще парень, который будет по КД фидить. Типа, ну не знаю. Это будет, конечно, совсем печально. Поэтому, как бы, извините. Надо бы немножко... Немножко надо бы как бы притормозить. Не знаю, Рикимару мне надо видеть. Типа чел сейчас будет Рикимару палить и все.
У меня начнется веселуха. Пусть парень отдохнет лучше. Уже хватит. Да какой нахрен Юл? Ты зачем? Для чего тут Юл? Объясни. Тарин, Дагер. Чело. Надо фармить, качаться. Просто фармить, качаться надо. Левела нету нифига. Давай, Ислам, доброй ночи. Доброй ночи, дядь. Спасибо, бро. За вечер, за поддержку. Спасибо. Рики ЦМ, когда тоже. С Мидасом нет левел. Тут игра изначально не так должна была идти, чувак. Немножко не хватает одного игрока просто. Всю игру будет. Под кункой там еще, прикинь. Под кункой ничего не пробивается. Я играл по кайфу от души. Да, какой ты уже... Ты уже устал, дядь, тебе отдыхать уже надо. Хватит на сегодня. Сегодня хватит тебе уже, дядь. Немножко отдохни. Блин, прям к нему, дядь, блинкуешься. Да, все-таки придется взять. Пробуем лейт гейм тянуть. Там стрик 20 на 2. О, урна есть. Спасибо всем. Да не за что, дядь. Где? Конечно, он жесть как перекормлен просто, нереально. Сыграть за раз. Немного, дядь. Немного. Но это уже максимум, что эти катки. Да, без хикса никак его не поймаем. Без хикса никак не поймаем. Кнопки по чуть растут у меня тоже. Этот-то в потолок упрется, я думаю. Тут-то и дадим ему. Еще раз.
Уже cold snap. Так, хорошо, чувствует он. Да нет, с хексом хватит, я думаю. Но опять-таки, когда мы этот хекс соберем, да? Типа ты посмотри, динамика игровая какая. Это будет через миллион лет только. Через миллион лет, дядь. Только через миллион лет. Там ресурс бесконечный у него. Еще спектра там. Я вообще про спектру забыл. Еще спектра же есть. Вот спектра, да, это уже проблема. Спектра это уже прям проблема. Всех проблем. Так, что там по левелу будет? Хорошо. Эх, не попал, прикинь. Дядь, ну сорян. Сэшка не попал. Урну поверх колснапа, сначала кинуть, дольше будет удержание. Чего? Попробуй урну поверх колснапа. Чего? Ты какую-то банальщину такую мне сказал. Урна и собирается под колснап. Так-то. Или типа ты про то, что есть какая-то определенная последовательность. Так ее нету, чувак. Какая там последовательность должна быть? Там нет никакой последовательности. Просто кидаешь и все. Никаких проблем. Кидаешь, замедляешь. Ну, я тут сейчас следующий буду. У меня КДшка. Гофа. Изи катка. Печаль. Ну да. Чуть не хватило в начале. Арчитный вариант. Да никакой арчит, дядь. Денег нету. Никого не убиваем, нас один ксин кошмарит только и все. Одного игрока бы в начале. Того же Тускара нормального. Он бы так не доминировал. А так там... В принципе, все более-менее делают. Так что классика, а не игра. Соло не затащить. Пазы на сларке, дядь, зачем собрал? По-моему, это лишний артефакт, не? Просто у нас даже герои, посмотри, какое дерьмо. Тут только Сларк один нормальный, Санкинг, а все остальное снайпер какой-то, да, против Ксина, прикинь. Снайпер против Ксина, что? Типа, ну, снайпер думал, как по кайфу, как на деранге. И похреначе, короче. Вот так сделаю. Я не знаю даже, что ему нажимать. Cold Snap и прокаст какой-то. Все равно улетит. Нужны слоты. И левел. Хекс нужен. С хексом можно будет делать.
Без фикса ничего ты не сделаешь. Протаймить мы не сможем. Мозгов не хватит. Зажали просто в хайграунде и все. Да, да, это ластовое. На сегодня хватит. Меня что-то душит этот кашель ужасно. Прям печально. Пиктра самый сильный лейт, не думаю. Думаю, что прям самый сильный. Ну не знаю, без соската точно убью. Такой интересный парень на это, на спектре. Плохо. 4000 сюда. 4000 сюда. Хорош. Го-го-го. Треки не можешь поставить, дядь. Забей тогда. Я потом покажу, как поставить их можно, дядь. Блин, вот нафиг так потеть, я не понимаю, нафига вот этот пот какой-то. Для чего он? Снайпу надо дэмэдж, дядь. Блин, или этих зацепить. Дядь, надо отойти. Там СК влетел тоже, блин. Дядь, не торопись, у нас КДшка. Our allies' town needs help. Our warriors have been
не торопись. Давай, доброй ночи, дядь. Добрый дядь. Да, Акторин надо. Попробуем сделать. Левел есть с Мидаса. Рошу бьют. А чё молния чья-то лежит? Что это? Я орнусь, это снайпер все время ходит без молнии. Ну да, Рош бьет. Снайп без молнии бегает. Такой типа, блин, что-то дамаги нет. От ХГ. Постоим. И на улице дождь пошел. Там BKB. Уксина БКБ. Дамагир. Хорошо. Так, корабль там. Фига себе. Но под кораблем не вижу смысла кнопки жать. Ну, корабль принимаю, лишь бы забрать. Орчит. Привет. Да дела пойдут. Отдыхаем, дядь. Уже крайнюю катку доигрываем, уже жду. Когда они снесут эту игру. Все никак не могут справиться.
Чем брать снайпа в 85-й карте? Я не знаю, ну берет, брат. Видишь как. Хорош. Дядь, пока там БКБ, нет смысла что-то делать. Ща-ща-ща, раздушим его, подожди. Вай, бру, ну у меня... Конечно, такое себе. Бэк. Ну, снайпер надо бросать тут. Куда ты? Ты один, чувак. Ну, если я сейчас сдохну, это будет максимально хреново, чувак. Да, блин, ничего не могу нажать. Это байбэк. Жесть. Бай-байкай сидят, что делать. Я два метеорита кидал. Настолько быстро нажал. Эх ты. Блин, у меня все КД, что ли? Еще залагал. Где ты? Трон падает. Дядь, там Тускара подконтрит. Хорош. Дядь. Туши.
Блин, я два метеорита в драке давал. Но тревел надо. Сларку спейс давайте под хиксами. Топ дефнуть. Если в миду не заигрался я, мне кажется, лучше было бы. Там макро ошибка была. Да, хиксов у нас хватает. Чё там, Деда, Рега? Бэкнулся. Мне надо уйти отсюда срочно. Сларк. Сейчас ресаю. Warriors have engaged the enemy.
пещера долг. Чего пробовать? Ну чё ты там? Что это? БКБ ждешь? Ну нормально, трон пострадал, но у нас бэбэка нету. Снайпер без бэбэка сдох просто. Зачем? Ну, по 100 секунд, пацаны, да? Вчерашний минер сотрудник казалось. Ну конечно, скрипты там делать. Как без этого? Пятером. Там вот, блин. No.
Ай, крыса вонючая. ГГ, ну вытащили таки. Блин, не вытащили еще. Поебайкнулся, прикинь. Помогите сломать. Пожалуйста. Ну, ребята, пожалуйста, доломайте. Он успеет сломать? Давай, давай, давай! Ой, хорош. Отправили домой на скамейку запасных просто. Фу, ну я, если честно, устал кнопки нажимать, рили.